Ну что ж, доброго времени суток, дорогие партнеры. Сегодня я хочу записать для вас маркетинг с доски. Это первый маркетинг, который сейчас я вам расскажу. Именно так, как мы его понимаем сейчас. Именно так, как мы его, благодаря нашему опыту, изучили. Тонкости, нюансы. Как один лидер из одного города сказал, подводные камни. Нет, это не подводные камни. Подводные камни – это какие-то скрытые проблемы. В нашем маркетинге нет подводных камней. В нашем маркетинге есть тонкости, о которых многие люди не знают. И поэтому они не могут эффективно продвигать свой бизнес, потому что они не знают тонкостей. Как нужно сделать более правильно, чтобы это все было максимально эффективно и в конечном счете позволяло расти команде, позволяло расти вашим доходам. И в нашей трактовке маркетинга именно подход таков, что мы стремимся к тому, чтобы каждый человек мог войти в бизнес, несмотря на то, что у него, допустим, может нету денег сегодня, или даже их завтра не будет. Но такому человеку мы даем возможность сегодня войти в наш бизнес, и маркетинг LifeMax позволяет человеку, даже не имеющему деньги, позволяет там занять где-то там мизерную сумму в размере там 3800 рублей и при этом получить полноценную возможность зарабатывать деньги наравне со всеми. Вот эти моменты мы сейчас все с вами обговорим. Итак, маркетинг LifeMax — это бинарный маркетинг. Бинарный маркетинг — это от слова B, то есть есть два направления развития вашей организации. Лево и право. Итак, с самого момента, как только начнется ваш бизнес, у вас появится первый партнер, которому вы рекомендовали бизнес, и он решил стать нашим клиентом, конечно, прежде всего сначала. Он становится вашим партнером номер один. И потом, со временем, вы приглашаете в офис еще своего человека, и он становится партнером номером два. И так ваша карьера начата. Ну, прежде всего, конечно, вам самому нужно купить наш продукт и получить результаты по здоровью. А результаты у нас моментальные. То есть человек начинает применять продукт, и он уже на завтра, на послезавтра приходит весь воодушевленный. У меня, вы знаете, у меня сахар понизился, у меня псориаз начал уменьшаться, у меня то, у меня все. И в этот момент человек рождается как партнер. Потому что как клиент он уже есть. Он уже купил продукт, пусть он не верит еще в свои способности в бизнесе, но как клиент он уже есть. И поэтому я рисую вот такой смайлик. Человек довольный. И именно с этого момента начинается бизнес. Когда человек доволен, то тогда он расскажет своей соседке, тогда он расскажет своей подруге, тогда расскажет сослуживцам на работе, тогда расскажет своим родителям, бабушкам, дедушкам. Придет и от души скажет: я хочу вам помочь. И это является самым мощным двигателем в нашем бизнесе. Потому что когда у вас есть настоящий продукт, востребованный, действительно решающий проблемы людей, то у вас состоится любой бизнес. Сетевое, не сетевое, неважно. Главное — решение проблем людей. Вот основа бизнеса. Итак, у вас появился человек номер один и появился человек номер два. Дальше эти люди, они тоже получают продукт, тоже получают результаты, тоже хотят зарабатывать дополнительные деньги. И они начинают приглашать своих людей один-два. И таким образом начинает расти сеть. Как я вам сказал, у вас всегда организация делится на left и right. Итак, эти люди сделали то же самое. Однако в бинаре существует такое явление, которое называется перелив. Перелив – это крайне благоприятная обстановка в бинаре. Многим людям очень повезло с переливом, очень сильно. И это очень хороший старт в бизнесе, когда вы вдруг получили перелив. Это просто счастье, понимаете? Потому что у вас одна команда вдруг начинает расти без вашего участия. Вот это вот сильный момент, и потом вы узнаете, почему он сильный, но как происходит перелив. Смотрите, вот этот человек, он пригласил в свое время двух партнеров, они тоже начали там двигаться, и эти даже тоже начали двигаться. Но вдруг у этого человека счастливого появляется еще один сосед, который пришел на презентацию и тоже заинтересовался продуктом. В таком случае, куда ставить своего третьего партнера? И тут вы смотрите, так, у меня вот здесь уже людей побольше. Поэтому я поставлю-ка я его вот сюда. И таким образом вы регистрируете сюда своего партнера номер 3. И смотрите, что произошло. Партнер номер 2. Партнера номер 2 вдруг заходит себе в кабинет и видит у себя в древе, видит человека. У них возникает вопрос у некоторых: а это кто? Я же его не ставил. И вот
Мы объясняем таким. Это счастье твое привалило сегодня, потому что вы получили перерыв. И вот таким образом строится организация. Бывает такое, что человек номер три оказывается очень активным партнером. Он начинает строить сеть стремительно. Как сегодня Надежда Головоненко сказала на презентации, что я вчера заходила в кабинет, было столько человек, утром просыпаюсь, захожу в кабинет, там уже целая куча народу. Наденька очень рада, потому что она мне говорила, что я где не работала, никогда в жизни в бинаре перелива не получала. Все, сама колбасила. Поставили где-нибудь меня во внутреннюю ногу, внутренней ноги, и там работай сама. И вот, Надя увидела под собой очень много людей. Это очень сильный мотивирующий фактор. И смотрите, что происходит. Человек номер два и вот этот человек, они вдруг начинают обнаруживать в своем кабинете растущий товарооборот. Они прямо у себя в кабинете, в разделе, где указывается товарооборот, видят растущие цифры. И это их все больше и больше радует, как, например, Юрия Харахинова, который в нашем бизнесе не участвовал. В свое время просто ему там поставили кабинет, а потом он стал заходить в кабинет и видеть, что там под ним что-то происходит. И поэтому он пришел к нам в офис, зарегистрировался и тоже с нами работает. Итак, вот мы с вами определили очень важный момент в бизнесе бинарно – перелив. Почему я о нем так отдельно говорю? Потому что этим самым вы можете всегда мотивировать своих будущих партнеров. Вот, допустим, пришел к вам на презентацию человек, он, я подумаю, вроде не против, но пока что еще что-то его где-то останавливает, какие-то сомнения там или страхи там и так далее. В этом случае вам нужно завершить сделку. Каким образом? Вам нужно сказать, вот смотри, я сейчас тебя поставлю вот сюда. Вот ты сейчас, если захочешь зарегистрироваться на самую минимальную сумму хотя бы, ты встанешь вот сюда, а завтра вот у меня там сетевик планирует приехать, и он будет регистрироваться уже сюда. Так что ты давай быстрее встань здесь, и будет тебе счастье. Это очень мотивирующий фактор. Очень. И это нужно использовать в бизнесе. Это свойство бинара. Итак, вот мы с вами рассмотрели очень важный момент бинара, что нужно регистрироваться моментально. Однако всплывает вопрос. А если у человека денег нет? Что делать, если у человека нет денег? И вот здесь я сразу сейчас вам вот в этой области напишу очень важную вещь, которую вы должны запомнить для своего бизнеса в LifeMax навсегда. И никогда не скрывать эту информацию от своих людей. Потому что человек, если сегодня не войдет на минимальную сумму, он завтра уйдет, зайдет в какую-то компанию, в какую-то матрицу, как их сейчас много, и вы потеряете его навсегда. Поэтому лучше возьмите его на маленьком пакете и дальше вовлекете его в бизнес, и он потом будет вашим полноценным партнером, построит организацию, будет приносить товарообороты, будет счастлив, рад получать результат по здоровью, результат по бизнесу. Итак, то, что я здесь нарисую, вы должны запомнить навсегда в LifeMax. То, что я сейчас здесь напишу, это то, чего не знали партнеры LifeMax ни в Монголии, ни в Казахстане, ни в России, где начиналась работа. Они этого просто не знали. Поэтому зачастую многие люди не смогли войти в этот бизнес. Итак, внимание. Что нужно для того, чтобы занять это место побыстрее, как можно быстрее, чтобы опередить кого-то других? Что нужно? Для этого нужно всего лишь купить один флакон продукта нашего. Вы уже знаете, я так полагаю, что мы продаем флаконы с нашими спреями, да? То есть маркетинг компании мы записываем не для новичков, мы записываем для тех, кто уже партнеры. Итак, один флакон продукта. Всего лишь один флакон, и вы в бизнесе. Однако, регистрация может стоить вам $50 и может стоить $73. Почему 50 или 73? Вот этот нюанс я вам сейчас раскрываю, о нем вообще никто не знает. Так вот, смотрите. Один флакон стоит у нас $25. Если его покупать по отдельности, то у нас Slim стоит 35, остальные 25. Итак, мы берем за $25. Дальше. $25 это оплата бэк-офиса, то есть у вас появится свой бэк-офис в интернете, $25 оплачивается единоразово, навсегда, потом это повторять не нужно. $25 за кабинет и плюс $23 это доставка. Ну, я говорю 23, потому что это сумма до Сибири. Если вы живете в Москве, Санкт-Петербурге, может быть вы живете в Литве, в Белоруссии, там доставка вам обойдется в районе $15. Поэтому вы эту сумму конечную увидите уже в своем кабинете при оплате. Но я показываю вам сейчас для примера сумму доставки до Сибири. Итак, вот она концепция наша, которую многие не знали. Вы можете, потратив $73, войти в бизнес. И у вас будет полноценный кабинет,
у вас будут полноценные вознаграждения, без всяких урезаний и ограничений, как это есть в других компаниях. Потому что в других бинарных компаниях было так всегда. Если вы зашли на какой-то маленький кабинет, у вас будут маленькие бонусы. Как это работало, чуть позже я вам покажу. И многие люди, и так денег нет, они и так кое-как наскребли на маленький кабинет, где-то заняли еще, а потом они начинают работать, и у них бонусы еще урезанные приходят, и никакой нет возможности вырваться из этого положения. В LifeMax такого нет, и у вас в LifeMax есть возможность даже просто занять у кого-то эти 3800 рублей, ну по сегодняшнему курсу я примерно подсчитываю, это 3800 рублей. Друзья, сегодня найти бизнес, где можно за 3800 рублей зайти и больше ни копейки не вложить и стать лидером с большими доходами, это бизнес в LifeMax, и больше такого нет. Итак, вот он минимальный вход. Тот вход, о котором многие молчали. Но мы решили этот вход дать людям, показать возможность, что есть возможность зайти без денег практически. А почему я написал 50? Вот этот нюанс тоже для себя поймите. Вы зашли на 73 и оплатили $25 за свой собственный бэк-офис, это вы партнер. Но если даже у вас проблема с $25, то есть у вас нету лишних 1300 рублей сегодня, чтобы срочно найти бизнес, вы можете войти клиентом. Клиентский кабинет – это кабинет, где не надо платить 25. Он займет место в бинаре, он будет здесь стоять, он может получить перелив, однако вы не будете платить $25. Чем отличается этот кабинет от этого кабинета? Они отличаются тем, что этот кабинет, в случае, если вы начнете дальше рекомендовать своим людям, вы будете получать вознаграждение. А этот кабинет клиентский, он в данном случае вознаграждение не получит. Он не получит вознаграждение. Вот в этом разница между двумя кабинетами. А как исправить эту разницу? Очень просто. Вы зашли сначала на 50, вот мы об этом человеке говорили. Вы зашли на $50, ну это может быть с доставкой меньше, может быть $48, но я округлил до 50, да? Дорогие друзья, ручка перестала цепляться. Мне придется вырезать эти фрагменты потом из этого видео, когда падают ваши ручки, когда вы лазите в своих сумках. Понимаете? Итак, чем отличается вот этот кабинет от вот этого кабинета? Тем, что он, если вы поставите одного человека, вы не получите с него доход. Но это не страшно. Как только у вас появится человек, только пришел в офис какой-то человек, и он говорит, да, я хочу. В этот момент зайдите и оплатите $25. Понял? В этот момент превратитесь из кастомера в дистрибьютор. В этот момент превратитесь из клиента в партнера. Это я открыл вам сейчас возможность входа в бизнес самого минимального. Абсолютно минимальный вход, который равен всего лишь $50. И этот кабинет будет получать перелив. Итак, вот мы рассмотрели самый фундаментальный момент, о котором многие не знали. Я разговаривал с дистрибьюторами, там, которые работали в других командах, где им об этом не рассказывали. Мы им рассказывали о том, что есть только самый максимальный вход в бизнес, и у них не было денег, чтобы войти. И у нас здесь, в нашем городе, я уже тоже такие истории слышал, когда людям уже предлагали этот бизнес и говорили, надо заходить, надо делать. Они говорили, а сколько вход? Им говорили, $605. А, вы знаете, у меня нету $605. Но я попробую поискать, конечно. И эти люди уходили искать. И потом, в конечном счете, мы где их обнаруживаем? В матрицах, в каких-то там других проектах финансовых там, и так далее. Вы потеряли человека, если вы не показали ему возможность зайти. Все, это важный момент, и это часть номер раз нашей презентации по бинарному маркетингу. И теперь мы приступаем уже дальше. Это запомнили раз и навсегда. Вход 50 – это клиентский кабинет, один флакон плюс доставка. $48 будет для нас, для Сибири. И если вы хотите сразу же получить клиентский, партнерский кабинет, $25 будет включены в вашу фактуру, вы их оплатите, и все, вы раз и навсегда партнер компании LifeMax. А теперь мы поговорим о тех вознаграждениях, о продажах и обо всем остальном. Мы поговорим, это я сейчас убираю, все проиллюстрирую. Момент номер раз, я вам сказал, это перелив. В бинаре нужно вставать как можно быстрее. Если нет у вас денег на серьезные входы, заходите насколько можете. Потом некоторые люди задают такой вопрос, люди, которые имели опыт в бинарном маркетинге, они задают вопрос,
А можно потом апгрейд сделать для большего кабинета? Друзья, в Life Max понятия апгрейд не существует. У нас нет необходимости делать апгрейд. Откуда родилось понятие апгрейд? В бинарных компаниях человек зашел, если на маленький кабинет, получает маленькие бонусы, ему это в конечном счете надоедает, и он думает, как бы перебраться на больший кабинет, на более дорогой, но и получать больше зарплаты. И вот поэтому люди думали, так, вот сейчас подкоплю денег на апгрейд и сделаю этот апгрейд. У нас вот такой кабинет получает полноценные бонусы. Поэтому не надо там делать никакого апгрейда, если вы... Это просто вы можете зайти в своем кабинете в следующий раз, заказать себе еще продукта. Вдруг у вас будет больше денег, вы закажете уже потом 3, 4, 5 флаконов. У вас ваши родственники стали просить, у вас друзья хотят попробовать. Вы просто заходите в свой кабинет и просто делаете заказ на любое количество флаконов. Вы сами выбираете, какие наименования. Вы выбираете, может быть, добавить туда косметическую нашу серию замечательную. И таким образом формируете каждый раз заказ. Причем заказ вы можете сделать несколько раз в месяц. Допустим, сегодня вы сделали один флакон, через недельку ситуация по деньгам улучшилась, вы решили еще заказать продукции и так далее, и так далее. То есть понятия апгрейд в компании LifeMax нет и не будет никогда. Данный маркетинг работает уже 6 лет. За это время никаких изменений не было произведено. И это показатель того, что все это работает. Все это действительно абсолютно отработанная, абсолютно уравновешенная математическая модель. Все это просчитано и на протяжении 6 лет приносит доходы огромному количеству людей во многих странах мира. А теперь, еще раз говорю, мы переходим ко второй части. Часть номер 2 – это уже непосредственно бонусы, которые вы имеете возможность получить. Итак, это я сохраню, чтобы у вас просто перед глазами это было. Минимальный вход в компанию LifeMax, полноценный минимальный вход, который даст вам возможность зарабатывать хорошие деньги. Однако дальше вы потом узнаете еще другие нюансы. Пункт номер 2 нашей презентации – это вознаграждение. Какие же вознаграждения вас ожидают за ту работу, которую вы хотите, которую вы будете делать? Вчера на презентации мы записали видео, многие из вас его видели на вебинаре, видео, где наши люди прямо в офисе получают деньги. Вот там выходит Любовь Галсанов, и мы говорим, вот вам 10 тысяч, вот выходит там другой человек, вот вам еще 5 тысяч, вот ваш доход за эту неделю. И на первом ряду сидел мужчина, который был первый раз на презентации, он говорит, а что вы сделали? Что вы сделали? Вот Любовь Галсановна вышла, 10 тысяч получила, две такие красненькие купюрочки, красивые, да? И мужчина спрашивает, а что вы сделали-то? Что делать-то надо? Что сделать надо? Какой объем работы произвести? Что? Я хочу, он это говорил о том, что он ведь уже тоже хочет две красненькие получить за неделю. Да? И вот этот вопрос мучает многих. А что делать? Да, клиентам стали, мы это поняли. Да, слава богу, с помощью партнера мы заказали продукт, уже попробовали. Хорошо. А что делать теперь, чтобы зарабатывать деньги? Вот сейчас мы показываем, что делать. Итак, бонус номер один. Самый первый бонус в маркетинге, в бинарном. Самый первый вкус денег в этом бизнесе. На видео вы видели там женщину, которая говорит, вот 5000 рублей я получила за то, что ехала в маршрутке и рассказала, увидела ребенка с ДЦП, рассказала им, пригласила в офис, люди в офис пришли, тоже захотели купить продукт, и вот вам, пожалуйста, 5000 рублей. Они ведь не с неба упали, правильно? Это выплачено было в вашем бэк-офисе, и вы смогли эти деньги получить. Итак, бонус номер раз. Вы можете получить его буквально, вот только сегодня узнали о компании, а завтра вы можете уже получить этот бонус. Вы даже сегодня можете получить этот бонус. Представьте себе. Сегодня узнали о компании днем, вечером уже у вас пришел партнер, который говорит, я тоже хочу, и вы уже получаете первый свой бонус. Первый бонус, это мы называем его бонус. Бонус за личника. Ну, я буду говорить простыми словами, я думаю, все меня понимают. Он называется по-разному, бонус быстрого старта там, и какими-то другими фразами. Но в данном случае мы как его называем и всегда называли во всех бинарных компаниях, он называется бонус за личника. Кто такой личник? Личник – это тот человек, которого вы лично притащили, извините за выражение, привели в офис. Привели в офис для того, чтобы познакомиться с нашим продуктом. Бонус за личника. Итак, человек номер один. Это ваш первый человек. Идет запись там? Угу. Кстати, проверяйте запись. Браво, браво, хорошо. Итак, когда остановится, потом скажете, хорошо, я теперь выдержу. Итак, бонус за личника.
Вы привели сюда человека. Хочу оговориться сразу. Этот момент самый сакральный. Этот момент самый интимный. Этот момент самый трудный в нашем бизнесе и самый легкий. Этот момент противоречивый, этот момент многоплановый. И для некоторых людей это страх и проблема. Для некоторых людей это само собой естественно. Пригласить человека. Вот здесь сразу хочу вам сказать, что ведь вы можете, как пригласить человека? Вы можете просто дать ссылку в интернете. Мои лидеры команды, которые самые сильные сейчас лидеры команды, у меня разговор с ними начался с простой фразы: «Привет, как дела?». А потом я им сказал: «У меня есть для тебя продукт, который решает тут такие проблемы». Даже не о бизнесе мы говорили. Поэтому всем своим людям сейчас я имею удовольствие сказать: друзья, когда вы приглашаете людей в наш бизнес, когда вы хотите их уведомить о наших делах, не говорите о бизнесе и не говорите о маркетинге, и тем более сетевом. Говорите о продукте. Вот и все. Говорите о проблемах. Говорите о сахарном диабете. Да. Говорите о псориазе. Говорите о геморрое. Говорите о язве. Говорите об очень серьезных делах, между прочим, даже, по которым у нас есть результаты. В общем, говорите. У людей есть куча проблем. Когда вы видите перед собой просто человека, вы же не экстрасенс, чтобы просканировать его и увидеть, какие болячки. Но когда человека вы приводите в офис и озвучите нашу информацию, поверьте, у любого человека сразу вспоминаются какие-то его проблемы. Также он не будет перед вами делиться: пришел в офис, узнаете, у меня такие-такие болячки. Люди об этом не рассказывают никому, только врачам. А тут, когда мы даем такую информацию, то мы сразу узнаем, у всех людей есть проблемы. Итак, как получить бонус за личника? Как пригласить? Говорите о проблемах. Ведь мы решаем проблемы. Говорите о проблемах. И как вы можете человеку помочь? Все остальное будет потом. Итак, пришел человек. Сколько флаконов этот человек закажет? Таков будет ваш бонус. Здесь очень важный момент, который все вы должны уяснить для себя, как партнеры компании, что вы будете получать бонус за личника от количества флаконов, которые человек купит. Это очень просто. Больше продали, больше получили вознаграждение. 20% от стоимости флаконов вы получите в виде вознаграждения. Друзья мои, я скажу вам, это очень большая цифра. В любых бизнесах продаж 20% от стоимости продукта в виде вознаграждения – это нормально? Абсолютно. В любой компании, которая что бы ни продавала, 20% получить от стоимости продукта – это очень хорошо. Поэтому посчитаем на одном примере. Допустим, этот человек купил 10 флаконов. 2 слима, 1 для бабушки, 1 для соседки. 4 вератрола для всех, для себя и для еще кого-то там. И получилось 10 флаконов. 10 флаконов. Каждый флакон у нас в маркетинге BV и доллары 1 к 1. То есть кабинет, один флакон 25 долларов стоит, и он дает в сеть 25 BV. BV, зачем применяется BV в сетевых компаниях? Ну, это принято, это относительная величина. И поэтому рассчитывать вознаграждение компаниям легче, когда у них есть определенная относительная величина, которой они потом привязывают сумму в долларах, там, евро. 20% от BV. У нас BV 1 к 1. Один флакон продали, вот вам 25 BV. Продали 10 флаконов, вот вам 250 BV. Это ваша первая продажа. Я вас поздравляю, это хорошая продажа. 10 флаконов – это очень хорошо. И продать их легко, потому что стоит наша продукция недорого. Творит чудеса, больных людей много. Поэтому продажу сделать на 10 флаконов – это несложно. Итак, 250 BV. Вы получите 20% от 250 BV в долларах. Сколько это будет? Пятая часть от 250 – это 50 долларов, дорогие друзья. И вот вы получили 20%, и это составило 50 долларов США. Ну, давайте переведем это в рубли. Это 3000 рублей. Вот ваш первый шаг. Вот ваши первые деньги в бинарном маркетинге. Это неплохо. Что вы сделали? Вы сделали продажу. Вы сделали рекомендацию. Вы сделали
доброе дело, в конце концов. Ведь вы помогли человеку. И вот, пожалуйста, вот ваш результат. Теперь смотрите, такой бонус вы можете получать каждый день. Вы можете иметь 2 личника, 3 личника, 4, 5, 6, 7. Вы можете каждый день по 5 личников иметь таких, если у вас, допустим, есть способности к рекламе. Если вы немножко профинансировали деньги, дали рекламу где-то на телевидении, в газете, правильно составили текст, и на вам начали звонить. Алло, здравствуйте, у вас правда решение проблем по сахарному диабету? Да, конечно, приходите, я сейчас вам встречусь, покажу и так далее, и так далее. Вы же можете каждый день это делать. Итак. И это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сколько угодно. Если у вас будет много личников, это очень хорошо. Второму человеку вы продали там какое-то количество флаконов и пошло-поехало. Итак, бонус номер 1 во всех бинарных компаниях – это бонус за личную продажу. Теперь перейдем ко второму пункту. Это я уже стираю, чтобы у нас здесь... Или мы нарисуем, давайте мы нарисуем здесь еще этот бонус, пока места хватает. Итак, бонус номер 1, бонус за личника. Бонус номер 2, это святая святых бинарного маркетинга. И этот бонус называется бинарной компенсацией. Этот бонус называется бинарной выплатой. Этот бонус называется командным вознаграждением и какими-то другими названиями. Но мы назовем его бинарным бонусом. Бинарный бонус. Когда лидер бинарной компании открывает вам собственный кабинет, где видно, сколько денег пришло по каждому бонусу, вот эта цифра всегда самая большая. Итак, бинарный бонус. Как рассчитывается бинарный бонус? Внимание. Пришел человек, купил 10 флаконов. 250 BV, 250. Так, я вот здесь, чтобы уже здесь нарисовать, это уже я сейчас уберу. Что у нас есть возможность на минимальные деньги войти, вы это уже поняли. Итак, теперь зашел, сделали продажу на 10 флаконов. У вас здесь появилось 250 BV. Прямо в кабинете вы видите у себя 250 BV товарооборота, которое пришло с правой стороны. Здесь продали, допустим, 4 флакона. 4 флакончика человек взял. Это будет 4 на 25. Это будет 100 BV. Пришло. И здесь BV. Итак. И вам главное, чтобы увидеть этот бонус, чтобы увидеть максимальный бонус в бинарном маркетинге, чтобы понять, что в будущем вы будете зарабатывать $1000 в неделю, нужно увидеть следующее. Эти люди делают продажи. Эти люди тоже делают продажи. И эти люди тоже делают продажи. И даже эти люди делают продажи. Сегодня мы говорим, друзья, если вы хотите получить финансовую независимость, пройти по тому пути, по которому мы идем, настройтесь на 6 месяцев работы. Именно в нашем маркетинге, учитывая динамику, учитывая спрос на наш продукт, учитывая опыт, который мы получили, я вам с полной уверенностью могу сказать, любой человек, даже не имеющий опыта сетевого маркетинга, за 6 месяцев может выйти на финансовую независимость. А что такое финансовая независимость? Это когда у вас есть деньги заплатить все свои долги. Это когда у вас есть деньги съездить туда отдохнуть, куда вы хотите. Это когда у вас есть деньги детям купить все, что им нужно, и чувствовать себя комфортно. Платить по кредитам, которые вы уже набрали. Это и есть финансовая независимость. А в идеале вообще закрыть все и получать доходы и радоваться жизни. Сетевой маркетинг дает такую возможность, особенно бинарный маркетинг, тем более с таким продуктом и с репокупаемостью. Итак, 6 месяцев. Под вами начинает расти организация. Юрий Харахинов, вот он недавно подключился к нашему бизнесу, он уже видит, что происходит в его сети. Заходят команды, даже переливом ему команды заходят. И это растет. То же самое происходит здесь. И слева, и справа. И вот теперь представьте ситуацию, что проходит какое-то время. Вы поработали месяц, вы поработали два. Вы создали это движение. Вы приглашаете людей на презентации, они уже делают то же самое. Они приглашают людей на вебинары в интернет, и вы тоже приглашаете людей на вебинары в интернет. Вчера у нас
на вебинаре был человек, который просто по рекламе зашел на вебинар. И с этого вебинара сразу принял решение регистрироваться. Это его пригласила девушка, которая у нас живет в Львове. Она просто в рекламу в скайпе отправляет, что вот в такое-то время будет вебинар. И все, человек зашел, увидел информацию, и он партнер. Неминуемо начинает расти ваша сеть. И вот в один прекрасный момент